Песни – это звуки, которые люди издают. Я их сама сочиняю. Мамочка веселая, любимая моя, веселая, добрая, люблю тебя. Я смотрю свой канал «Карусель», там детское Евровидение, я обычно там за Алисой Кожикиной повторяю песни. Моей любимой музыки есть там слова «Опанка настает», там музыка такая «Оп-оп-оп», там «Камнаста» опять. Мама с папой слышит всегда очень хорошие песни. Ты когда жизнь мою нежданно изменил, мою реальность насильную, на сердце вспышки любовь без передышки. Константин Меладзе — это человек, который знает много песен, потому что он учился многие годы. Лепс — это человек такой, который выступал на сцене, и его показывали по рекламе. У Лепса очки, как у Гарри Поттера. А у Пугачева она поет песни, и ее показывали по телевизору, как она похудела. Она кудрявая, одета в кофты и в колготках. Я сделал много роботов-помощников, и они будут петь рок. Я не хочу быть певицей. Мы с Аришей будем учеными и изобретем машину времени.